Привітанні, сябры. Беларускі мессерструктор. В связи с зимой у нас ни шатка, ни валка развивается, размножается. Поставил птичью поилку, и они потихонечку, одни забрасывают песком эту ватку, а другие активно водичку пьют. Ну, пусть себе развлекаются. Бросил им кусок яблока, они из него сделали кружева. То есть, в принципе, яблочки у них не рискнул им бросать. Этот, как его, мандаринку, или не помню, бросал уже, просто не знаю, уже не знаю. У меня макулатусы все идет, а эти, может быть, еще и привередничают. Что у нас в гнезде тут? В гнезде у нас тут все как обычно, давно, кстати, тоже не увлажнял. Гнездо какое-то полупустое. Расплода не вижу, сам давно к ним не заглядывал. Ну, зернышки лежат, они их кушают. Где-то королева там должна быть, по идее. Она обычно тусила вот здесь вот. Хотя у них королева такая подвижненькая, в отличие от макулатусов, она может куда-то слинять. Бегает по гнезду, проводит инспекции периодически. Ну, посмотрим. Ну, побежали по мостику, побежали эвакуации. Ну, здесь вот они хранят расплод. Вот эта камера у них любимая для расплода. Вот сколько там детишков надо увлажнить будет со временем. Здесь у них разделочная, так и хочется сказать, пыточная. Здесь у них тоже вон куколки висят. Висят куколки, они их сушат. Надо будет увлажнить. Ну, королеву давно не видел, но судя по расплоду, в принципе... Пакетов яиц, правда, не вижу. Ну, ладно, будем надеяться, что она жива-здорова и все у нее в порядке. На этом все. Спасибо за просмотр. До побачення.